Однажды старый серый ослик Иа, которому всегда ужасно не везло, особенно в пятницу, стоял на берегу озера и рассуждал о странностях жизни. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Если я чешу в затылке, не беда! В голове моей опилки, да-да-да! Но хотя там и опилки, а кричалки и вопилки сочиняю я не... Доброе утро, я. Доброе утро, Винни-Пух. Если оно вообще доброе, чем я лично сомневаюсь. Как поживаешь? Не очень как. Я даже думаю, что совсем никак. Это почему? Что с тобой? Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. Чего не могут? Веселиться, петь, плясать. Не беда, да-да-да, и тому подобное. Ой, что это случилось с твоим хвостом? А что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся? Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А что же тогда там есть? Ничего. Не может быть. Кажется, ты прав. Наверное, ты его где-нибудь оставил. Нет, наверное, его кто-нибудь стащил. Впрочем, удивляться не приходится. Этого следовало ожидать в такой день. А какой сегодня день? Пятница. День моего рождения. Сегодня? Хотя кого это интересует? Всем наплевать. День рождения! Никому нет дела. Твой день рождения! Ну да. А разве не видишь? Подарки. Именинный пирог, клюква в сахаре и прочее. Не видишь? Нет. Я тоже. Это шутка. Ха-ха. Но я не жалуюсь. Не обращай на меня внимания, медвежонок Пух. Хватит и того, что я сам такой несчастный в свой день рождения. А если и все остальные будут несчастными? Стой тут. Никуда не уходи. Я сейчас. Здравствуй, Винни. Привет, Пятачок. Ты что тут делаешь? Хочу позвонить. Я шел мимо. Давай помогу. А ну отойди. Плохие новости, Пятачок. У ослика Иа хвост пропал. Кто пропал? Хвост. А у него как раз день рождения. Что-то не открывает. День рождения, а тут на тебе. Ни хвоста, ни подарков. Фух. Да что они там, заснули, что ли? Фух, ведь это же твой дом. А, верно. Ну, тогда войдем. Где-то здесь, кажется... Тут у меня... Заперти, не то. Куда же это я? Нет. Нет. Не то. Тут у меня где-то... Опять...
куда же это я? Это... Вот. Я подарю ему горшочек меду. Это его утешит. Пух, можно я тоже подарю его? Как будто от нас обоих. Нет, на обоих, пожалуй, не хватит. Тогда я подарю ему воздушный шар. У меня еще остался один, зеленый, помнишь? Шар? Это подойдет. С воздушным шаром можно кого хочешь утешить. Давай, неси его скорей. Ага. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Хотелось бы мне. Пока. Половина горшка. Так, куда это я собрался идти? Ах, да. Вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше ценится. Конец своим страданиям и разочарованиям, и сразу наступает хорошая погода, когда тебе или ему, когда ну все равно кому. Только не мне. Подарит день рождения горшок без меда. Сова, открывай! Медведь пришел. Винни-Пух, какие новости? Грустные и ужасные. У ослика я хвост пропал. Хвост пропал? Ну что? Он очень огорчен. Ведь у него как раз сегодня день рождения. Понимаешь, если бы хвост пропал в какой-нибудь другой день, это никто бы не заметил. А тут... Сова, надо его как-то утешить. А ты что-нибудь придумал? Да. Я подарю ему полезный горшочек. Вот этот? Да, я хотел бы... Славный горшочек. Похоже, тут когда-то держали мед. В нем можно держать что хочешь. Это очень полезная вещь. Только я хотел бы... Подарить его и, да? Да, только чтобы... Чтобы мы с тобой вместе его подарили. Нет. Чтобы ты написала на нем «Поздравляю, Пух». Это все? А что еще? Надо написать так. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Здорово. Так и напиши. Только прибавь еще. Пух. А ты сам не умеешь? Вообще-то умею. Но у меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. Нет, все это здесь не поместится. Горшочек слишком мал. Знаешь что, Пух, скажи это просто так, на словах. А на словах я не умею. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают. Ну хорошо, давай. Пятачок ужасно спешил. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок. Но как будто он сам вспомнил о его дне рождения без всякой подсказки. Он так размечтался о том, как Иа обрадуется его подарку,
что совсем не глядел под ноги. Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? И где, интересно знать, мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? Ой! Мама! Мамочка! Ну вот, слушай. Прозравляю... с днем. Сова, откуда у тебя это? Что? Ах, это... Красивый шнурок, правда? Но только ты мне не мешай. Он мне кого-то напоминает. Так, с днем... Где-то я уже видел его. Только не помню, где. В лесу. Я увидел его случайно. На кустике. На кустике. Да, а что? Нет, ничего, продолжай. Так, рождение. Жила. Как ты сказала? Желаю. Да нет, ты что-то насчет кустика говорила. Ну да. Я как-то шла по лесу. Вижу, что такое. Висит шнурок. На кустике? Да, на кустике. Как его, это, чертополоха. Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю... Извини, ты еще не досказала про шнурок. Да, ну шнурок, ну... Ну, сначала я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет. И я позвонила, и мне никто не ответил. Вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здорова. Я позвонила еще раз. Будь здорова. И что? Потом еще. Будь здорова. А потом я позвонила очень громко. И... Что такое? Он оторвался. Оторвался. Понятно. А то какой побой был. Никто будет должен, я взяла его домой. Сова, а ведь он кому-то был очень нужен. Должен? Интересно, кому-то вот был должен? Моему другу, я. Он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здорова. Доброе утро! Я... Доброе утро, Пятачок. В чем я лично сомневаюсь, но это не важно. Поздравляю тебя с днем рождения! Как ты сказал? Повтори. Подожди минутку, я так лучше слышу. Поздравляю с днем рождения! Кого? Меня? Да. С днем рождения? Я принес тебе подарок. Мне подарок? Значит, получается, что у меня настоящий день рождения? Да, только... Спасибо, Пятачок. Ты настоящий друг. Не то, что некоторые. А что за подарок? Воздушный шар. Шар? Это такой большой, красивый. Ну да, только понимаешь, я бежал. Его еще надувают. Я хотел принести его тебе поскорей. И упал. Ой, как жаль. Надеюсь, ты не ушибся? Я нет, но он... В общем, он лопнул.
мой шарик? Да, вот он. Поздравляю тебя. Это он? Мой подарок? Спасибо, Пятачок. Извини, я хотела бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком. Зеленого. Мой любимый цвет. А какого размера? Почти в меня. Подумать только. Почти с тебя. Мой любимый размер. Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни, Пух. Спасибо. Мне уже посчастливилось. Я принес тебе маленький подарок. Тут написано... У меня уже есть один подарочек. Очень полезный подарок. В него можно класть... Все, что хочешь, можно класть. Пожалуй, в него можно положить мой воздушный шарик. Нет, как раз воздушные шары в такой горшочек не влезут. Они слишком большие. Это другие не влезут. А мой влезет. Гляди, Пятачок. Ой, выходит, то есть входит. Входит! И выходит. И входит. Замечательно выходит. И выходит, и входит. Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек. В который можно положить такой подходящий шарик. Приятно другу подарить горшочек. Нет, шарик. В день рождения. И я. И я. И а того же мнения. Поздравляю тебя, Ио. Я слышала, у тебя сегодня день рождения. Это правда? Да, настоящий день рождения. Столько подарков. Хорошо. Так. Дорогой Ио, в этот знаменательный день я хочу подарить тебе безвозмездно... Что-что? Помолчи, Пух! Извини, я только хотел узнать, без чего? Безвозмездно, то есть даром. А, даром, понятно. Подарить тебе безвозмездно скромный, но очень полезный подарок. Вот этот шнурок. Пух, поди сюда. Ты можешь повесить его на дверь. Кажется, это он. Ну-ка, примерь, пожалуйста. Что такое? В чем дело? Я сняла его со своего колокольчика. Что такое, я не понимаю? Он? Он? Мой хвост. В чем дело? Мой настоящий собственный хвост. Ну, конечно. Ура! Хвост нашелся! Сова нашла хвост. Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарил хвост? Как хорошо! Как хорошо! Какое совпадение! Нашелся к шарику горшок! А хвост ко дню рождения! Я! Я! И я того же мнения! Приятно, что и говорит! Подарки в день рождения! Но другу радость подарить! Приятнее без сомнения! И я! И я! И я того же мнения! И я! И я! И я! И я того же мнения!